Те из вас, кто ищет себе подержанную машину, наверняка уже не раз успели услышать о том, что с 1 апреля 2024 года цены на автомобили вырастут, и вырастут значительно. Это связано в том числе с принятием очередного постановления правительства Российской Федерации за номером 1291 от 13 февраля 2024 года. Это постановление корректирует правила начисления утилизационного сбора при импорте автомобилей из стран-участников Евразийского экономического союза. Суть этих изменений заключается в том, что помимо самого утильсбора, теперь в нем будет учитываться разница в стоимости автомобиля в стране-экспортере и стране-импортере. Также разница в акцизе и разница в НДС. Все эти моменты придется так или иначе компенсировать. То есть утильсбор попросту вырастет за счет этих компонентов, что, конечно, отразится на конечной стоимости автомобиля. Фактически, вывозить машину из страны-участника Евразийского экономического союза будет более экономически невыгодно. Растаможка получится та же самая, как и напрямую в Россию. По большему счету, эти нововведения касаются, конечно, тех, кто собирался покупать автомобиль по параллельному импорту. И в основном касается новых автомобилей или очень свежих и дорогих. В частности, под удар попадает большое количество позиций китайского автопрома, которые импортировались подобным способом ввиду привлекательной цены для конечного потребителя, а также электромобилей, на которые, например, в Киргизии были льготные условия растаможки. Все это вместе приведет к сокращению предложения новых и почти новых автомобилей, ну а как следствие потянет за собой и рост цен на вторичном рынке тоже. Возможно, не столь драматично, но он будет. Ну и прицепом сюда же пойдет новость о том, что Южная Корея ввела с 24 февраля 2024 года ограничения на экспорт, в том числе и автомобилей легковых с объемом двигателя более 2 литров. Так что для тех из вас, кто еще думает купить автомобиль сейчас или повременить до лета, рекомендуем сделать это, не откладывая. Ведь в настоящих условиях купить автомобиль дешевле всего можно только сегодня. Спасибо, что уделили время, и до новых встреч на канале. Пока!